Здравствуйте, дорогие зрители, друзья! Приветствую вас на своем канале. Кто первый раз пришел ко мне на канал, я хочу представиться. Меня зовут Оля. Мы находимся в городе Перми. Едем через Камский мост, как вы уже догадались, река Кама. Направляемся в сторону Леруа Мерлен. И сегодня, друзья, в Леруа Мерлен представлен классный декор. Можно много купить для праздничного стола и просто для Нового года. Он классно будет смотреться в вашем интерьере. Ну что, друзья, начинаем, смотрим. Посмотрите, как можно это сделать даже своими руками. Красивая, нарядная коробочка. Вовнутрь можно поставить подарок. Далее. Стеклянные вазы. Множество стеклянных ваз разного оттенка, разного стекла. Шикарные, красивые, от прозрачного до красного, синего, даже есть черное. Цены разные, конечно. Есть дорогие, есть и недорогие, как я люблю говорить, на любой вкус и кошелек. В эти вазочки, например, на праздник можно поставить красивые декоративные веточки. Или что-нибудь, на что у вас сработает фантазия. Даже голубые. Красота, друзья. Шикарные, роскошные вазы. А вот это подходит на осеннюю тематику, правда же? Как будто бы листочки опавшие, осенние. Прозрачные, матовые. Как я и говорила, даже черные есть. А черный цвет сейчас в интерьере очень модный. Друзья, идем дальше. И что я увидела? Говорят, что IKEA от нас уехала. Ну, конечно. Куда же она без нас? Она вернулась. Только в другой магазин. Вот так, друзья. Красивые вещи. Ну, а далее милый декор. А зеркало, смотрите, тоже под Икею, наверное. А может быть, даже икеевское. Похоже на то. Классные часы. Но у кого чумелые ручки, это можно сделать своими руками. Было бы желание.
И была бы фантазия. Ну, класс. Наконец-то, друзья, мы дошли до свеч. Сейчас сначала спущусь, посмотрю еще вот, увидела вазочки и переключаюсь на свечи. Разные оттенки, разные. Ну как Новый год без свечей, без волшебства, без завораживающего волшебства, без магии? А магия без свечей как? Никак. Шикарные, красивые. На любой вкус, друзья. Выбирайте. И керамика, и стекло, и дерево. Ну что, прогулялись, посмотрели, выбрали? Теперь будем прощаться с вами. До скорой встречи. Пока-пока. Встречаемся на моем канале. Здоровья, предпраздничного вам настроения. Ваша Оля. Пока-пока.